Всем привет! Всем привет еще раз. Хотел бы поделиться, может быть, таким колхозным небольшим методом, но все же он работает. Значит, я взял бамбуковую зубочистку, просто обломил кусочек по размеру длины иголки, ножиком придал форму носика иглы, пару движений на мелкой наждачке, отполировал его, вот, взял специально старенькую пластинку попробовать. И сейчас давайте попробуем, что у нас из этого получится. Будет ли снимать звук? Но я проверял, звук снимается хорошо. Давайте попробуем. Скажу я вам, что звучит как игла мягкого тона, и я это делал уже не один раз. В общем-то, этой бамбуковой палочки хватает на одну пластинку, на две стороны. Все, ко всем с приветом.